Максимально свичимся, заливаем его в милишники. Как вариант, если не будет хватать дипси, могу в мишке забирать руну, ловить, попробовать. А клиф работает на трэше здесь? Лицо крови, вот такая вот хуйня. Блять, я в этот линканул. Ну, оно не критично, оно прохиливается. Но РДД все равно, 6 метров раньше наберите от друг друга, чтобы лишний раз РДД не хилить. Милизону шам этот прохилит. Плюс еще метка будет кидаться. Сука нахуярит. Еще посмотрю сразу. 7500. Раз в 3 секунды за 15 секунд. После первого тика будем давать сейф. Арислин, ты в танке второй будешь. Так, теперь танки с вами. Становитесь вот тут вот. Ну вот Саруфан где-то будет стоять вот тут в печеньке. Вы стоите в кресте в одном фрейме, вот тут двое. Милишники, соответственно, в спину. Ну, чтобы он не дергался, ничего, чтобы они все время спину били. Становитесь вот тут в кресте, в один фрейм дермить, верить, блин. Кидается вот эта вот хуйня. ДБМ должен наносить вам эту хуйню. Руна крови. Вот это вот на вас вешается дебаф на 20 секунд, по-моему. Или на сколько? Вроде на 20. Как только эта руна крови вешается на танка, который танчит сейчас босса, сразу таунтишь, и ты танчишь. Потом кидается руна крови на другого танка, таунтишь. Кидается руна крови на другого, таунтишь, ну и так далее, короче, ничего сложного. Это, пожалуйста, отслеживайте сами, блять, чтобы я не анонсил лишний раз, это очень просто. Дебаф этот отображается, как обычно, там, где ваша вот орда, вот это вот, блять. Баф целка вот это на уклонение и премиум ваш. Остальные РДД метров 6 рейндж набрали 6 метров. И, ну, милишники стоите в пачке, будут прохиливаться такие пачки крови. Трэш максимально быстро свечи милишники. Доля трапы, наверное, не знаю. Старайся по трэш лучше ставить. Доля, смотри, ты видишь, где я стою? Тут вообще? Mm-hmm. Вот тут, короче, стоишь и пиздишь босса, понял? Окей. Okay. На, тебе там идеально будет, и трап как раз отменяешь. Один нюанс хочу. Так, тут холипал можно милизон уже? То что-то там в рейнже кидается. Можно. Ну, сейчас ну, посмотрим в любом случае. Если тебе шоток будет, то тогда милизон или... Первый пул пробуем. Так, хило, один... Да? Да, сейчас идем в 4. Гераспол, да, будет? Да, Гераспол будет. Тут препод пьется? Да, пьется. Ридиган, покушай рыбку. Пожалуйста. И White Fury. Рыбу все похавайте быстрее. Рыба стоит около шкафа. Такого рыбы зам... нету, хавайте. Только это когда преподы пить, а то мне ДБМ не показывает. Турбаш, СВСР, фак, правильно. Я не... Он что-то говорит, босс, перед пулом как раз там, какую-то фразу, блять, не помню. Герои в атаку. Я озвучу. Я озвучу. По-моему, ДБМ неправильно показывает. А чё отдаем? Ой, этот запускаю босса, точнее. Босс, ну, по сути, манекен. То, что вы любите. Только трэш надо свечить. Масло переделать. Панки тоже, может, масло на АП лишнее там какое-то это. Ласки перепейте, не спадаю максимально. На максимальный урон. РДД 6 метров от друг друга раньше. Или мы тотем на дэмэдж тоже ставьте. У нас демон есть. Дикий, давай только истерию спула и ПКД, пожалуйста. По Ешелену. Ну, по Хисере тогда, ну, окей. По Хисере кидаю спула сразу. Так, должно уже скоро пул. Я скажу припод, сразу нажимайте. Пой, припод пейте, припод. А, блядь, даже раньше запуливать мало, чтобы не было.
позже. После этого нормально КДБ вывалит. Геру дали пул ДПС. Жмите на максимально свой ДПС. Рэш. Эйсбаундер, Миш. Блять, трэш, забирайте, пожалуйста, танки. И трэш должен быстро умирать. Пусть Лем это там ставит под это. Оков земли, да, ты там какой-то он ставит. Трэш на пул. Что так лагает нахуй, сука? Мелкий сакра. Трэш. Больше ДПС. Трэш. Архин сакра. Дэмэджа добавьте. Раз. Раз, заберите с РДД. Трэш. Дармище из баунд. Трэш, доберите РДВ. Больше ДПС надо. Если экзекут скоро будет.
Трэш. Барамир с экрана. Подметку. Экзекутка пошла. Больше ДПС добавьте. Максимально бурстю. Барамир с экрана. Бэтли, вставай. Ребахнули шамана быстрее. Прохил метку. Блять, Сусан, ты можешь выбить метку, сбрасывать. Метку на пул держать надо сразу. Альфред с Берли выпускал, но быстрее. Уже босс. Блять, отфилился пиздец, честно. Из-за вас, из-за того, что люди умерли. Рэш. Реслин с экрана. Блять! Субсад нахуй. Не, это все, это берса нахуй. Слишком дохуя отхилил. Уже 10% хп он просто отхилил. Бьем еще. Метки надо сразу прокиливать. На двух человек кидать. Их максимально удержать. Там танков не так сильно шибет в родине. Трэш. У тебя глыба есть, Сусар. Хил бэт. Трэш. Еще берсану. 10% подхилило. Полсат умер. Кстати, впритык хватает убить его на самом деле. Еще давай. 10 лямов подхилили, да? Да, 10 лямов отхилили. Ну не больше? 12. Может даже больше. Бентли 6 и Соусад 6. Ну значит, вот 15. Вот, если люди не умирают, мы убиваем его. Даже остается. Ну мы 320 держали, допустим. Припоты, мужики, еще пейте. Это мало вроде как-то. А, еще не все припоты пьют, серьезно? Сейчас посмотрим. А, ну по линку я сразу даже милсану нахуй без припотов. Я кину этот скрин в гичат. Давай, я сразу по минус. За тех, кто выпили, да? И потом после этого говорят, почему же я спрашиваю, чего вы банки не пьете с припотами? Ну ничего, ничего. Это неправильно показывает, у меня припот не хостовый, а силовой. 200 сил атаки. Так что похуй. Я думаю. Рыбу хавайте. Камни локовские возьмите. Припот на армор 2 минуты действует, он до пола выпивает. 17 человек типа выпил, да? Восемнадцать. Паша один, Орион один, Уэйтфери один, Бринда один. Вообще-то я два. А, ты два пила? А как кто-то три смог выпить? Это что за магия вообще? Да это маг какой-то. Нормально, там на армор припот две. Ладно, сейчас я припот озвучу. Метки, пожалуйста, хилы. Очень внимание уделите им, этим меткам. И максимальный прохил по меткам.
Я просто скажу, какие таргеты будут хилить. И будет проще. Ребята, петушков кто-нибудь ставит вот этих? У кого инжа есть? Или милики не ставят их? Кстати, он сейчас, кстати, сразу пуляется. Кстати, к слову. Сейчас перепод будет проще еще пить. Ветов перезывайте, масло смотрите. Камни все локовские возьмите. Нет, да я что, я листерию, там особо профит разницы. У всех никого ничего там не лагает. Там, ребят, в километре, может как-то, ну, поближе это место найдете? Все понимаю, но, блядь, в краю арену уходите, и вас хилить отдельно приходится, и другие метки умирают из-за этого. ДК, нажми сейчас этот, пожалуйста, Горн. Я что-то не хочу. Отлично. Пока что так даешь. Вообще на плаба. Становитесь сразу в крест. И по отчету пуляйте. Рига, рыбу поешь. Настя, рыбу. Типа тоже по отчету, да? Нет, припод. Ну, я припод скажу, когда выпить. Не переживай. Герб вначале дать? Да. Даю отчет. Приготовились. 4, 3, 2. Припоты выпили? 1. Пул, поехали. Гер. Гер, дали. Блять, бы когда упирается, конечно. Прэш, доберите. Блять, зависло, сука. Блять. Айсбаундер меч, дай. Понял, блять. Риддик упротел. Упротел. Риддик. Ридика просил. Вот Фирель справились. Нет, все. И Фредс спросил. Фредс и Ридику хилить. Ладно. Две мечки. Я
А сил грек, пред спрохил. Он прекрасно спросил. Прекрасно. Донцека прохиливайте тоже. Дарми через маунт. Еще вырван разорвет. А, Донцеку. Донцека сейчас поднимайте 2 секунды. Альфред Спрахи. Прохил. Пока что Альфредес и Ридигу. И Донзека максимально прохил. На них метки. На Бентли метка повесилась. Бентли тоже прохил. Реслин Сакра. Трэш. Держи, Бентли прошел. Бентли. Бентли, держите на пол. Пусть его Рида держит. Я держу Альфредоса и Рида. Донзека прохил. Викутка пошла. Прохил Бентли, Бентли. Мелкий сакра. Альфредеса прохил. Метка на кьюсю, кьюсю тоже хилим. Дарми сейчас баунд. Прохил. Альфредоса поднимите. И трэш. Уриона прохил. Тоже. 6 мин. В конце надо... Прохил, прохил, рейд подняли. Реслин Сакра, Реслин Сакра. В конце там гимны по очереди говорили. Реслин. Блять. Прохил Бентли, Бентли поднимите, Донзека. Блять, гимн... Блять... Фреда с Уриона, Кьюсик, я падать. Падайте, можете не иметь. Перила можно с Сирией мне кидать? Зачем? Знаю, хочу. Там надо сейвы прям вот под этот момент оставлять, когда лямов 10 не остается.
не зипка, потом гимнами на хп закрывать 3-3 поста. И по очереди гимны на хп давать, потому что там хилы не вывозят. Слишком много. 6 целей. Ну там по, если мы по очереди будем давать, нам не хватит. Мы уберем всю персу и не добудем. Но сейчас будем, да, давать сейвы конкретно под Комнетис. Но у нас 3 сейва только. Есть еще удары, конечно, но капли. Ладно, сейчас. Выбухайте. Кирилл, я, конечно, ничего не говорю, но можно вторую пати Иридара, пожалуйста, для DPC? Рона Данзе Александрок обновляете, потом Данзе Александр проливает. Еще раз напоминаю. Александр, это важно. Держать, чтобы он не пропадал. Арчина поломает. Тут ранжа 12. РДД. На которых будут кидаться метки. Отходите от них, от этих меток, оставляйте им больше ренджа. Поставьте на 12. Вообще на клубах сейчас. А чё отдаем? 5, 4, 3, 3, 2, 1. Пол. Ну кто раньше спулил, блин? Конченая, блядь. Отведи босса. Истерия в ринде, это, кстати, сильно. Ой, бля. Господи, блядь. Я не понимаю, блядь, так сложно сделать макрос или что, блядь? Вы заебали, нахуй. Каждый пул в разные цели дает, я хз, че с ним не так. Грек чуть-чуть шаг вперед, тюльпаша чуть правее, хаку чуть левее. Чуть
Паш, чуть правее, пожалуйста. Бога ради, сука. Грек только что в ренже стоял, а теперь уже не в ренже. Блять, пизду нахуй, ладно. Забейте нахуй, даже раньше не можете спать. Ну. Лоб, давай назад. Бей босса нахуй, забей, все, блять, я уже понял нахуй. Подошел, блять. Короче. Хаку. И тебе вторая метка. Блять, еще метки так по ебанству кидает на мой. Паш, уйди от меня, пожалуйста, ты сейчас меня взорвешь. Чисто на счет. Хаков есть, так и сэр, прохиливает тебя, пока. Уриона четвертый таргет метка. Держим максимально метки. Ясно. Уже умирает. Вы серьезно, блять? Господи, блядь. Падайте. Ебучий случай, блядь. Ну, его не хилим. Да, что с вами не так на хилах, нахуй? У вас 4 хила, блядь. Почему, сука, вы, блядь, не поднимаете ебучие метки? Я озвучиваю вам ники, блядь, тех людей, которых нужно хилить в первую очередь, блядь. Чтоб они были все время на фулл хп, блядь. Да не хильте, блядь. Умрите, блядь. Вы, почему у меня Хака умирает сразу? В чем проблема, блядь? 4 метки вот сейчас было, которых я сказал прохилить. 4 хила. У вас 4 хила. У вас трое. Барамир, 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 Ридига, Грек и Альфредос. 4 хила у вас, еще раз повторяю. Да, на каждого, я до Хаку не дотягиваюсь, я не могу его. У нас 6 меток. 6. А, 6, да. Под конец боя, вот под убийство будет 6 меток. А только диваном скидывается, блядь. Интересно, диваном скидывается эта метка? Ну, через диван сыграть по слабым таргетам уязвимым, которым больше всего пробивает. Или магом, ну. Надо проверить.
Слушайте. Треть всех бил. Да, что ты бьем? Ты убивается, босс. Нам хватает ДПСа, блять. Дохните просто, блять. Метка не скидывается даже после смерти. Парня бэрили. Смерть. Я понял. Окей, я понял. Мне кажется, тут назначать четырех. Ну, всех хилов нужна на метке. Каждому, чтобы свой хилил. При 5 и 6 выше уже в массе его сдавать. Тикает раз в 2 секунды по 20 тысяч. А чё отдаю? На исходной стороне. 3, 2, 1, пул. Бентли метка. Кишки, вторая метка. Кишки, старайся трэш не срывать. Потом. Альфредес, твой кишек, я держу по ПП. Если кто держит? Грек. Грек тут, наверное, вообще, наверное, ТЦ хуй его знает. Мне кажется, проще хули, лучше хули представить. Вот здесь, блядь. Сразу его удержу. Ну, быстрым исцелением пусть подкидывают.
О, блядь. Альфред СБР, дай. Тупо от кипящей крови, блядь, умирает Ваничелло. Пиздец. Метка на мне. А глю есть, Кирилл? Глю вроде не знаю, но у меня хули пауэр. Здорово, хупауэр надо ставить. Бафаться лока, пожалуйста. У нас он ничего умирал. Трэш. Просил. Ешелен, четвертая метка. Мелкий держишь Ешелену. Рид, держишь меня. Яшу просил, Яшу просил. Кисера, пятая метка. Мелкий Кисера тоже подхиливаешь. Войда прохил. Экзекутка пошла. Прохил. Прохил. Дерми часть баунт быстрее. Прохил. Прохил, прохил, прохил. Трэш быстрее соберите. Реслин с экра, Реслин с экра, быстрее. Реслин. Прохил. Трэш. Хаку, блядь. Хаку, держи, мелкий. Альфредеса прохил. Прохил, прохил, Ешелену. Паку прохил. Мелкий сакра, быстрее. Блять, ну, хаку. Ай, да ебал я в рот, этот рандом, эти маги нахуй, в пизду их, блять. Барамир, шестая метка. Грек, гимн на хп. Настя, капля по мне. Мелкий, капля по Бентли. А, блядь, и 50% нажми, прямо сейчас. Арислин, капля по Ешелену. Еще гибнет. Да мы бицу упираемся, ребят. Типа из-за того, что Хак умер, блядь. Рандом ебучий с магами. Сейчас момент. Синсонг, седьмая метка. Айсбаундер, все, пизна. Сколько они добили? 5 смерти было. Если кидается метка на мага, это... Этого лохня полная, блядь. Просто, сука, бесполезная хуйня лопается, как, блядь, мешок говна, нахуй. А как вообще Лок умер первый? Объясните. От степания крови, видимо, стояло много людей и разделился урон.
У нас Мирава не стало. У нас, если кто не умирает, мы, нам хватает ДПС. Вместо мага взять просто, если бы еще Локи, вместо мага взять, и было бы вообще охуенно. Он трипла. И одного мага оставить, надеясь, что его не будет кидаться. И было бы вообще охуенно. Как вам чего умудрился умереть, я хуй его знает. Типа это... Да там за 0.5 в 2 раза есть. Масло. И фласки перепивайте. Бьем еще. После этого кула надо серебра разролить будет. Напомните мне. Фласки не у меня, если что. Фласки у Ридиги и у Чуау. У меня такая интересная вопрос к шаманам. Вы когда 2-2 одеваете, вы ротацию меняете или вы также в лаве ебошите стоите? И теряете ГКД. Реслин, фласка на ХП. Да, блядь, тебе на самом деле на АП, наверное, пить, блядь, чтобы больше урона. Танков не так сильно шибет. Вам нет смысла на ХП пить фласку. Тут сейчас никто, по-моему, 2Т4, 2Т10 не одет. Я одет. Я лавы хуярю, потому что у меня покорение стихи багается уже второй раз на этом боссе. Просто. Да, я еще вижу, что вы некоторые хуярите в сару, в соло царь, зачем-то цепной. Рыбу хавать. Полбав по рейду быстрее. Ай, бля. Масло перемажьте. Заканчивается. Паш, и тотем поставь на демон. И тотем, да, пыляющий можешь ставить. У нас есть демон, это нам. Блять, молимся, чтоб на мага не кинула ебаная метка. Это просто ебаный кусок. Ну вот кусок реально. Роги, на вас метки ложные. Старайтесь прожимать под выход этих, блядь. Ну, если на вас метка кинется, под выход трэша там кидает, ну, ешет вскипание крови, плюс этот хуйня. Старайтесь ложный тоже нажимать, чтобы вам по вам меньше урона заходило. Потому что под все у нас не получается давать сейф. У нас на 3 сейф, на 4 ким на хп, и там такой увеличенный прохил, по сути. Стойте. Силы в центре должны стоять, они до всех достанут. В центре плюс-минус стоять. Еще раз вообще на полома. Что беритесь? 12 раньше не наберешь. В любом случае. Можно, конечно, по 2 человека, по 3 поставить. Скипание, если будет кидаться, выносить просто. И ДПС тоже теряется от этого. Отчет дал. 3. 2-1 пул. Когда кольцо крови стоит, кто не в рейнже, потому ебашит трэш. Куда он кастует? БМ, блять, хуйню морозит. Неправильно фанач. Барамир нет.
Трэш, заберите свой, да быстрее. Алло, нахуй, чё за хуйня, блять? Чувак, вторая метка. Эш. Метка. Берем. О, заебись. Идеально. Чтобы она вообще на танк кинулась. Эш. Ваничало. Мелкий, ваничало хилишь и себя. Рейд мелизону. Бентли. Блять, хуёво. Грег, держи Бентли. Залагал. Хорош. Заберите свой этот трэш, пожалуйста, блять. Прохил. Хаку. Да ёб твою мать, нахуй. Не. Да не снимает глыба, бей, блядь. Ой, пиздец. Рофла босс, блядь. Иди в мелизону, я хуй его знает. На хак. Трэш. Прохил. Идите нахуй. Как, блядь, как, нахуй, сука, это просто, блядь, я не понимаю, нахуй. Да хуетка, блядь, как ты умираешь, объясни мне, нахуй. Да набери ты, блядь, ебаный, если на тебя метка кидается, отойди, блядь, просто от этих челов, блядь, на 12 метров раньше. В чем, ебать, твоя проблема, я не могу понять. Как, блядь, на локе можно умереть, нахуй? С 20%, блядь, связкой, нахуй. Падайте, блядь. Это нахуй пизда, нахуй. Просто 5 лямов, блядь, одна смерть, это 5 лямов от хила, нахуй. С меткой, блядь. Набери ебаную ренджу, блядь, в чем проблема, нахуй? 12 метров, блядь. Чтоб тебе кольцо не хуярило от ренджи с рядом стоящим. Блядь, ладно, магия умирает, но на локе это пиздец, нахуй. Мы еще пулить будем? Да.